Кража произошла в ночь на 13 января. Свои мобильные телефоны и деньги, отдыхающие в развлекательном центре, компания сложила в одну сумку, что облегчило вору задачу. Только к утру девушки обнаружили, что у них пропали Samsung и Nokia, а также деньги в сумме 120 тысяч рублей и 85 тысяч белорусских рублей. Совершившая кражу школьница, несудимая и не состоящая на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Похищенное у нее было изъято. Возбуждено уголовное дело.